Чебоксарах проходят съемки фильма «В Красном море». Эта документально-художественная картина расскажет о важном историческом событии – первом общечувашском съезде рабочих и крестьян. Тендер на производство ленты выиграл московский продюсерский центр Екатерины Митешиной. Я ученик Владимира Валентиновича Меньшова, режиссера «Москва слезам не верит» и много прекрасных фильмов. И он говорил, иногда кино рождается благодаря, а иногда вопреки. Но он говорит, вот бывает, что как едешь по улице, раз светофор зеленый, второй зеленый, там зеленый. И вот так, и значит, ты делаешь правильно. Вот у нас очень много зеленых светофоров в этом проекте в Чувашии. Тьфу, не закончено, да? То есть, может, мы так и доедем по этой зеленой улице, и фильм дойдет до зрителя. Это было бы здорово. Театры делятся костюмами, музеи предлагают локации. А актеры по классике жанра готовы ради съемок на все. Роль у меня весьма себе небольшая. То есть я буду играть охранника у кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина. Ввиду того, что для данной роли нужны более короткие волосы, я прощаюсь со своими прекрасными волосами. Жаль. Но почему нет? Все ради кино. Правильно. Оксана – специалист из Москвы, гримировала декабристов, Ленина, а вот над образом Сталина работает впервые. Там очень много компонентов, которые нужно учитывать. Там какая камера, какой свет. Важно очень подобрать правильный размер парика и форму усов под актеров. Так как мы были в Москве, все это подбиралось. Мы это все делали по фотографиям, и вот сейчас будем собирать, смотреть. Не каждому журналисту удается задать вопрос Сталину, да и сыграть его получается не у каждого актера. Мой Сталин за мировую революцию, и он политик. Он политик. А политика, она, знаете, не бывает добрый, злой, еще какой-нибудь. Политика – это политика. Поэтому, когда лес рубит, щепки летят. Одну из ключевых ролей в фильме играет актер Чувашского драматического театра Сергей Павлов. Его съемочный день начинается в 4 утра, а на больное горло Сергей просто не обращает внимания. Играю роль Краснова период формирования Республики Чувашского. Он сыграл основную роль. Не дал расформировать наш народ, нашу культуру, наш язык. Отстоял мнение чувашского народа. Самая массовая сцена самого съезда будет сниматься завтра в Чувашкино. А монтировать фильм будут в Москве, причем очень быстро. Ведь по требованиям заказчика Министерства культуры Чувашии картина должна быть готова 10 декабря. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика.